Просто если я команду, я ору матом на всех, кто в складе. Почему я этого не слышу? Ну, матом, конечно. Ну, хочу подгоняю. Матом. Ну, в смысле. Ну, много не заняться. Ради образовательных целей. Неловко вышло. Вообще плохо. Короче, вали тогда отсюда. Ну, отмерзай уже. Нет. Не отмерзла. Да как? Магия длинного через не сработала. Крест здесь. Убивашка, убивашка, я тоже зацепил. Ой, это же забрали. Молодцы-то какие. Ух ты, на третьем этаже сидит в окошко, в дэшку смотрит. Если кому-то интересно, можете его убить. Не шкаф не стоит. Двуличный, противный. Ты. Ой! Свои. А, я не видел ее. Откуда она такая, РТД? Тоже не заметил, не было вроде ничего. Я, ну... Да твою мать, сколько же вас тут? Смотри, вот я стал складным, и дело-то пошло. Смотри, что делаешь. Хорошо. Нет, скорее всего, кто-то, кто я забрал, тут молодец. Да нет, что ты. Ну, шутка не могла не слететь. Языка. Могла бы не слетать, между прочим, вполне. Отлично было бы. Нет, не могла. Хорошо. О, так мы выгнали, все. Как обещали, все, да? Конечно. Ина не выгнали, не дешево, дома. Что там умерло все? Да ё-мо, этот Линкс! Допустите чё-нибудь камин. Не в том порядке леса. Сорян. Малышку невесту. Бур-бур-бур-бур-бур. Шо вон? Бур-бур-бур-бур. Блин. Смотри, как печенек с окна раздаёт. Я тоже серьезно. Хорошо. Пиздец, вот майор дебил, а. Рядом бегает. Надо и меня дом, блядь, а он убивает всех. Вступай в группу с этим. Со скорпионом там. Хейтеры майора. Подевка двое. Пиздец, это поднимут, даже убивает. На то зашел. Ой, этих там двое было. И один на отца, а второй пошел дальше на эвку, наверное. Подевкой, подевкой. Маркер для кого? Стоит. Матом можно сначала? А то нет, не очень, не очень доступно. Ой, еще тут один.
М1. Видел М1? Что это значит? Не знаю, ничего умного явно. Морской бомбы, может, играет. А там нет ДМ. А, Б, В, В, В. На ДМ где-то убили. Серьезно. Майор, звездный час. Чё, нам нету никого нет. А, молодец, молодец. Молодец, спасибо. Пожалуйста. Ну ты какая? Нормально, магиаж. Ну и где ты? Начинал убивать того, кого ты добил. Если тебе интересно. Не могу, я не... Я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, мы передавили карасей. Как ты считаешь, Ань? Ну, когда ты складной, все возможно. Ох, как же приятно понимающего человека слышать. И не нотки сарказма. Как бы всегда говорила, цены тебе не было. Меня убило на Д. Ха-ха-хо. И еще всех остальных на тучи. На Д. Убегай, 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 убегай. Они, короче, в башне 4 человека. Сидят там. Даже если не 5. Мне кажется, нужно спасти принцессу. Я уже, у меня есть план. Один на Б пробежал. Не, ну ладно, это бесконечно. Да, тут не кончится. Ой, блин. Неудачный. Не удался. Да, да. Ноженька тоже. Убил свой под стулом. Скинул с башни. Не ассиста, одни ассисты. Нормально. Тут минус 3. Минус 3, Анечка всех задамажилась. Я не историю. Что ты хочешь? Орден? Да. Может где быть. Где ты? Я в башне. Я ищу тебя. Ну, да, принцессы там должны быть, да? Лукавливай как хочешь теперь. Ну ладно. Взял и умер. Ой. Как ты в башню лезла, нас выиграл. О, все, ну, ладно. Да мы уже давно выиграли. Да, что-то я только сейчас улетал. Со мной. Можем резко проиграть? Нет. Чё это? Ну, если только сейчас жизнь вылетит. Но у нас меньше народу. Склад на кто-нибудь перекинется, и все. Это будет началом конца. Что-то рофлы подъехали, по-моему, какие-то. Нелицензионные. Ну, мы же все понимаем, что за дело этой победы был заложен Уфа, она же Юфа. Ой! Когда она командовала, да.
Ну ладно. А я только вишенку положил на блюдо победы. Вишенку. Вишенку. С длинной веточкой. С которой кто-то не знает, что сделать. У-ху. Смотрите, майор там уже чек 20 резанул. Рубит с плеча. Изишь. Нормально, да. Нормально. Нехорош. Все, наигрался? Ну да. Ух ты, меня еще в конце обогнала. Да? Вообще, да, в конце. Ну, теперь вообще отлично.